Сейчас я покажу вам, как можно сделать макияж, стилизованный под ретро. Макияж начала 20-х годов. Первый этап – нанесение тонального крема на всю поверхность лица при помощи влажного латексного спонжа. При помощи кисти корректора и специального камуфляжа убираем ненужный пигмент. Латексным спонжем удаляем излишки корректора. При помощи кисти и рассыпчатой пудры закрепляем тональный крем и корректирующее средство на лице. Следующий этап – оформления глаз. При помощи черного карандаша делаем подводку по верхнему веку. Подводка явно выраженная, удлиненные стрелки. Подводим нижний ресничный контур. При помощи кисти растушевываем контур вокруг глаз. Получается четкий очерченный глаз. При помощи светлых теней покрываем все веко, от контура до бровей. Как видите, тени имеют оттенок фиолетового цвета. Для чистоты макияжа под глазами используем рассыпчатую пудру. Затем темными тенями прибиваем контур возле ресниц. Делаем контур более четким, более насыщенным. При помощи кисти намечаем форму будущего глаза. Темными тенями закрашиваем всю поверхность подвижного века до намеченной заранее границы. Такую же процедуру делаем со вторым глазом. Край намеченного контура растушевываем кисточкой. Слизистую глаза прокрашиваем черным карандашом. Получается глубокий, насыщенный взгляд. Теперь излишки пудры и осыпавшиеся тени можно удалить при помощи кисти веера. Затем эффектными тенями с фиолетовым отливом тонируем контур по нижнему веку и по верхнему. Ресницы подкрашиваем при помощи туши от самых корней до самых кончиков, как верхние, так и нижние. Бровь прокрашиваем тенями, придавая ей четкую форму. Слегка прорисовывая искусственные волосинки. Как видите, линия брови очень контрастная. Форму губ очерчиваем при помощи карандаша. При помощи специального блеска покрываем все губы. В данном макияже акцент делается и на губы, и на глаза. Область нанесения румян, как вы видите, только в конце скулы, не распределяя. В заключение немножко припудриваем лицо. Для достижения наибольшего эффекта стилизации используем парик.
как видите, получилась девушка ахматовского времени с ярко выраженными стрелками 20-х годов.